Друзья, всем привет! Получила посылочку, вот такую вот коробочку. Вот такая коробочка. И в этой коробочке находились вот такие вот замечательные духи. На 30 мл и на 60 мл. На 60 мл это мужской парфюм. На 30 мл это женский парфюм. Это пришло мне с сайта PD Paris. PD Paris, сертифицированная парфюмерия, родом из французского города Грасс. Какие преимущества? Сертифицированные натуральные компоненты. Гипоаллергическая продукция. Не тестируется на животных. Описание продукта. Компания предлагает улучшенные версии полюбившихся всем ароматов. Ну, их продукт лучше раскрывает аромат на теле, имеет стойкий аромат, маслянистая структура и не вызывает никакой аллергии, как я уже говорила, и не тестирует на животных. Почему на сайте оригинальные флаконы? Чтобы вы могли вспомнить, какими флаконами вы раньше пользовались и как выглядел флакон. Лучше всего парфюмы держатся на слегка влажной коже. Ну, например, вы приняли душ и можете нанести парфюм и будет дольше держаться. Также парфюм можно наносить на мочки ушей, на сгиб вот здесь вот локтя, на запястье, можно наносить на одежду, кроме льна. На натуральных тканях парфюм держится долго, несколько недель, а если вы нанесете парфюм на мех, то может держаться до нескольких месяцев. При нанесении парфюма на пульсирующие точки, там запястья, шеи, сгиб локтей, парфюм дольше держится, дольше раскрывается и дольше, как сказать, пахнет. Я оставлю ссылку на сайт под видео в описании и закреплю в комментарии. Заходите, знакомьтесь с каталогом, можете сделать онлайн заявку, и аромастилист вам поможет подобрать тот парфюм, который вам нужен. Друзья, сейчас на сайте проходит акция. Выбираешь 4 парфюма, один парфюм идет тебе как подарок. Сейчас я покажу вам, как выглядит этот сайт, чтобы вы могли с ним перейти по ссылке, могли с ним ознакомиться и, может быть, что-то выбрать для себя. Друзья, так выглядит сайт PD Paris. Перейдете сюда по ссылке. Здесь две категории: женский парфюм и мужской парфюм. Если женский, вот сразу вот женский, продолжаешь крутить вот эта мышка, и здесь женский, всякий парфюм, какой вам нужно. Если вам нужно мужской парфюм, тут написано «перейти к мужским». Здесь, пожалуйста, вот акция, как я вам говорила, добавьте 4 товара в корзину, и один из них будет в подарок. Ну, например, тут каждый парфюм, его описывают, например, так вот, они все по единой цене, 690 рублей, 30 миллилитров. Если вы заказываете больше, то, конечно, цена будет меняться, 1090 рублей. Так, нажимаем, например, на вот этот парфюм. Здесь, пожалуйста, описание. Тип аромата цветочный. Начальная нота сицилийский мандарин.
Нота сердца, абрикос, дамасская роза, персик, пион. Конечная нота, белый мускус. И вот так вот все это. Элегантная, мягкая композиция, аромата раскрывается нежными тонами свежего сицилийского мандарина, розового пиона, дамской розы, а также сочных нот абрикоса и персика. Итак, каждый парфюм, у него есть описание, как он раскрывается. И ну и здесь, в общем, все характеристики. Так, вернуться в каталог, возвращаемся. Переходим, например, к мужским. К мужским. К мужскому парфюму. Вот, мужской парфюм. Пожалуйста, точно так же. Нажимаешь там, выбираете, какой вам нужен парфюм. Нажимаете. И здесь все-все описание. Также 30 мл стоит 690 рублей. 50 миллилитров 1090 рублей и 100 миллилитров будет стоить 1590 рублей. Это вот название парфюма. Вот. Здесь тип аромата, также описание полностью. В общем, здесь на каждый парфюм есть свое описание. Я оставлю ссылку, я уже говорила, под видео в описании. Здесь очень много всякого парфюма. Знакомьтесь, может быть, себе кто-то выберет что-то, вспомнит, какой раньше был парфюм, и будете наслаждаться ароматом этого парфюма, который вы себе подберете. Вам также помогут здесь подобрать аромастилисты, могут помочь в этом. Ну, подобрать вам персональный, например, аромат. Вот так вот выглядит сайт PD Paris. Друзья, я вкратце ознакомила вас с продукцией. Переходите на сайт, смотрите, выбирайте. Может, кто-то что-то для себя подберет. А на этом я с вами прощаюсь. Всем желаю крепкого здоровья, всем всего хорошего и всем пока-пока.